Что нужно сделать, чтобы молодежь оставалась в регионе после окончания учебы? Этот вопрос стал главным на встрече руководителя области Вячеслава Гладкова и студентов Института общественных наук и массовых коммуникаций БелГУ. Лично задать вопрос главе региона в конференц-зале социально-теологического факультета собрались представители студенческого актива и молодые исследователи. Говорили о молодежной политике, образовании, спорте и здоровом образе жизни, научной деятельности. Также обсудили, чем заинтересовать будущих специалистов и как помочь каждому из них раскрыть потенциал. На этот счет у Вячеслава Гладкова свое предложение. Если мы хотим, чтобы у вас все получилось с первых дней самостоятельной жизни, после окончания университета, вот институт наставничества он должен быть. Мы запустили в понедельник кадровый конкурс. Я приглашал людей, известных в различных областях в Белгородской области, именно как наставников, которые готовы тратить самое драгоценное, что есть у человека, время, да, и делиться этим временем с молодыми людьми, с теми, которых мы будем брать в ближайшее время, я убежден в этом, на самые высокие должности. Также на встрече обсудили и вопросы развития белгородского КВН-движения. Глава региона поинтересовался, какая помощь нужна юмористам, чтобы в ближайшие несколько сезонов вывести команды нашей лиги «Тремпель» в высшую телевизионную лигу.